Стать своеобразной базой данных для жителей нашего региона должен центр управления. Он располагается в доме номер 1 на улице Буинской и представляет собой помещение, где сидят диспетчеры, отвечающие на вопросы жителей по интернету и телефону. Все заявки обрабатываются тут же, в реальном времени. Ульяновец может получить любую помощь в момент обращения. Мы должны создать открытый регион. Что такое открытый регион? Значит, это когда... Значит, и организации, и бизнес, и общественники, и граждане могут знать, получать любую доступную для понимания информацию. Основа центра – сайт, зайдя на который можно получить информацию обо всех положенных льготах и выплатах. Пользуясь сервисом, каждый житель может заявить о проблеме и добиться ее решения. И что немаловажно, оставить свой комментарий о качестве решения. Удовлетворенность гражданина – один из важнейших аспектов работы центра. Только если заявитель доволен, заявка закрывается. Причем ответы жителей переносятся онлайн не только на сам ресурс центра, но и в виде СМС прямо на телефоны людей, которые могут решить проблему и наказать виновных. Сергей Иванович, вот один из примеров, он тоже на сотовом телефоне, частично сделали, это на улице Кадьяна, ну, да, а довезти да, дома не довезли. Здравствуйте, Сергей Сергеевич, хотел сказать, что на Кадьяне проводку так и не заменили, а прямо сейчас снова произошло задымление. Заявка или жалоба на коммунальщиков, на некачественный ремонт дороги, на прочие жизненные неурядицы очень часто не доходят до того, кому они и направлены. Автоматизированная система «Город», являющаяся основой для существования Центра управления регионом, позволяет видеть проблемы каждого в реальном времени и очень быстро реагировать на обращения. Центр управления регионом, как это по поручению президента было сделано, город Ульяновск – это первый город, который создал муниципальный центр управления регионом. Цифровой центр управления регионом – не мечта, а реальность. Вектор развития в сторону цифровизации Ульяновская область начала давно. Умный город, умный транспорт, контакт-центр при главе города Ульяновска – все это вехи на пути к удобному, экономичному и наиболее быстрому и эффективному способу решения проблем жителей региона. Контакт-центр традиционно работал с заявками аварийного характера по вопросам жилищно-коммунальной поддержки. Это был приоритет – выстроить диалог с населением по вопросам защиты прав потребителей. На сегодняшний день это уже недостаточно. Мы понимаем, что мы должны не только защитой прав потребителей заниматься, но и вопросами социального характера. У нас по указу президента, Сергея Ивановича, по сланию президента и по вашему распоряжению достаточно большое количество мер социальной поддержки. Центр еще в процессе создания, но уже помогает ульяновцам решать их проблемы. На выстраивание цивилизованного диалога между народом и властью направлен Ульяновский, первый в России, муниципальный центр управления регионом. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.